Итак, всем привет. Сегодня 28 сентября 2015 года. Вот, купил себе пирожок с мясом. Вот такой вот пирожочек. Пирожок с мясом. Налил себе чайку. И сейчас буду пить чай и есть пирожок. Сейчас скажу, как он по вкусу. На сколько баллов тянет. Чай у меня Липтон. Но пирожок свежий вообще. Мягкий, горячий еще. Но мяса, правда, маловато. Мясо как-то мало его. Мясо, видите, мяса немного. Ну, по вкусу мясо не очень, честно говоря. Так, среднее. По вкусу мясо где-то на троечку. Ну, а пирожок в целом где-то на 4 с минусом. Так что по пятибалльной шкале пирожок 4 с минусом. Да, мясо не очень вкусное. Мясо на 3 балла. Тут какой-то фарш непонятный, непонятно из чего он сделан. Так, короче, средний по вкусу. Упал фарш. Сам пирожок свежий и мягкий, теплый еще. Но вот начинка мясная мне не очень понравилась. Короче, итоговая оценка по пятибалльной шкале 4 с минусом. Вот он, пирожок. Сяду на пенек, съем пирожок. Блин, на улице сегодня погода вообще отвратительная. Дождь идет, пасмурно.
Ну ладно, всем приятного аппетита. Всем пока и до новых встреч.